На штатке установлено есть 21 килограмм. Кубрево только первый подход. Бычок примерно готовится на следующий месяц. Две защиты. Ассистент установить на штангу 23 килограмма. Первый подход без 23 килограмма. Губы его входят, как говорится, на следующий вес. Бычок левого прошел 30 секунд. Чего? Я на ногу стоял. Подход не уречный у спортсменки. Говорю, ассистент, установить на штангу 24 килограмма. Говорю, Ольга, второй зачетный подход, вес 24 килограмма. Мимику Елена готовится на следующий вес. Вес защиты. Ассистент установит на штангу вес 25 килограмм. Ассистенты, давайте поставим 25. Как могут чуть повыше. Тогда какую, какие, как может получиться в дальнейшем? Не, я к тому, что если что-то случится, перерыв же должен быть какой-то, правильно? А то соревнование это же праздник, ты же не будешь праздник. Вес 25 килограмм установлен на помосте, Мельникова Елена. Вес защиты. Ассистент станет на штангу вес 26 килограммов. Первый на этот вес.
будет вызван, Тихачев Александр. Вес установлен 26 килограммов. Тихачев Александр, первый подход. Бычок Айдала готовится. Thank you.
На следующий рейс готовится Михаил Александров.
зачетный подход. Фролова Анастасия, готовится. Иванова Татьяна,
тем легко подготовиться на следующий месяц. Вес защиты установили на штангу 38 кг. Семенкова Ольга, второй подход. Дуброва Анастасия, готовится. Вес защиты. Дуброва Анастасия, третий зачетный подход. Вес 38 кг. Иваненко готовится на следующий вес. Вес защита. Настя закончила толчок с результатом 38 кг. Установить на штангу 39 кг. Первый на вес 39 кг. И в один готовится. Юлиан составляет его ответы. Первый подход. Вес засчитан. И в один готовится. Иваненко Татьяна, третий зачетный подход, вес 39 кг. На следующий вес готовится Сурина Егорова. Вес засчитан. Татьяна закончила пожалуйста, результат 39 кг. Ассистенты сняли на штангу 40 кг. А Татьяна Валенко набрала в сумме по Григория 70 кг. И сейчас она пока занимает первое место в категории 44 кг. Вес 40 кг вызывается Сулина Любовь. Первый подход. Спортсмен представляет город Валово. Готовится Чуприна. Вес засчитан спортсменке. Чуприна Кристина. Второй подход.
Крест защиты от плесени. Крест 40 кг. Для выполнения третьего зачетного подхода вызывается Севрюкова Ольга. Ольга у нас представляет город Клин. На следующий вес готовится Опекунова Елена. Вес рассчитан. Установить на штангу 43 кг. Судя на вход, второй подход. Вес 43 кг. Четыре готовится. Вес защитом, щеплина плесина, третий защитный подход. Вес защитом, плесина закончил волчок с результатом 43 кг. Кристина закончила свою тренировку с результатом 73 кг с суммой боя. Весом 45 кг называется Опекунова Юлия. Юлия. Третий зачетный подход. Судя, готовится. Вес рассчитанный. Любовь. Юлиан закончил толчок с результатом 45 кг. И направо в сумме в наиболее 78 кг. Судя на него, третий зачетный подход. Гаврил Бумаги готовится на следующий вес. Подход неудачный, либо закончил толчок с результатом 45 кг. Ассистент установил на штангу 47 кг. А судя по результату, закончил
Первый поход. Мария представляет первый вопрос. Хорошо, Дарья готовится на следующий вес. Ассистент установил на штангу 50 На штангу установлен вес 50 кг. Хорошо, Дарья. Первый поход. Дарья, кандидат мастера спорта России, представляет форму на низ. Готовится Гаврила Гаврилина. Защита. Далее прошло потом первый поход 55 кг, стал победительницей весовой категории 44 кг. 350 кг. Вызывается Гаврилина Марина. Гаврилина Марина. Второй защитный подход. Вес не поправился по сменке. Гаврилина Мария вызывается на помост для выполнения третьего зачетного подхода на вес 50 кг. А на следующий вес готовится Степанова Екатерина. Весовой категории 44 кг уже определились победители призера. Первое место Рожова Дарья, второе место у Иваненко Татьяны и третье у Опекновой Ксении. Гаврилина Мария, третий зачетный подход. Вес 50 кг. К сожалению, штанга не покорилась Мария, она закончила толчок с результатом 47 кг. Ассистент установил на штангу 55 кг. Гаврилина Мария закончила свои выступления наши соревнования с результатом 87 кг в сумме в боевой. К весу 55 кг вызывается Степанова Екатерина. Екатерина, кандидат мастера спорта России, представляет город Найдет. Рожова Дарья готовится.
Светлощина. Прошу повторить, третий зачетный подход без 60 килограммов.
Гаврилов готовится на следующий вес. Вес засчитан.
Ассистенты 75 килограмм. Thank you.
года. В первом потоке вес 85 килограммов. Называется Николай Марьяна. Второй подход. Щербаков Светлана готовится. Вес 90 килограммов установлен на помосте. Первый пилот веса называется Николай Романья, мастер спорта России, город Подольск. Мастер спорта Советского Союза по тяжелой атлетике.
Небольшая техническая заминка. Итак, следующий у нас весовой категории — это 48 кг среди девушек. Второе место. Суммарный горе 56 кг. Это весовая категория 69 кг.
Все, спасибо, девочки.